Колыбелью натюрморта с рыбами стала Гаага. Близость Схевенгена располагала художников не только к написанию марин, но и к созданию особого вида натюрмортной живописи – картин с изображением рыб и морских животных. Основоположниками этого вида натюрморта были Питер де Пьютер, Питер ван Схайенбург и Питер ван Норт. Питер де Пьютер избирал высокую точку зрения, с которой хорошо видно стол с рыбой, иногда в натюрморт добавлялась сеть. Питер ван Схайенбург писал рыб на сером или желто-коричневом фоне. Особым колоритом обладали картины Питера ван Норта, красочно передававшего блеск чешуи. Главный представитель этого направления живописи стал Абрахам ван Бейрен, который работал и во многих других жанрах натюрморта, писал и марины. Он изображал рыб и на столе, и на морском берегу. Возможно, учеником ван Бейрена был Исаак ван Дюйнен. К числу мастеров рыбного натюрморта можно причислить и пейзажиста Альберта Кёйпа. Рыбным натюрмортом увлекались утрехтские мастера Вильям Ормия и его ученик Якоб Гиль.